Пришло время сделать прививку. Сначала очистим место укола спиртом. Воспользуйся спиртом и ватным тампоном. Протри руку пациента. Жми на шприц. Наберем вакцину в шприц. Пациенту нужно сделать вакцину серого цвета. Набери вакцину в шприц. Проведи по шприцу. Пациент испугался укола. Давай успокоим его. Жми на игрушки на полке, чтобы успокоить и отвлечь пациента. Продолжай отвлекать пациента. Отлично, мы от пациента. Быстрее делаем прививку. Направь шприц в руку. Проведи по шприцу пальцем вниз. Жми на шприц. Наклей пластырь на место. Выбери пластырь. Пациент выдержал все. Жми на стикер. Выдадим пациенту справку о проведенной вакцинации. Жми на печать. Теперь пациенту не страшна эпидемия кошачьего гриппа.